Скотланд-Ярд распространил новое заявление от имени Юлии Скрипаль. Ее выписали из больницы в начале этой недели. В заявлении дочь экс-сотрудника группы, пострадавшая вместе с ним, говорит в том числе следующее. «Я общаюсь с друзьями и с семьей. Меня также поставили в известность о предложении сотрудников посольства России оказать мне любую помощь. Пока я не желаю прибегать к их услугам, но если передумаю, то знаю, как с ними связаться». Это уже второе письменное заявление Юлии Скрипаль. Первое с выражениями благодарности тем, кто нашел ее вместе с отцом на скамейке в Солсбери и оказал им помощь. Было опубликовано 5 апреля. Российское посольство усомнилось в подлинности коммюнике Юлии Скрипаль, подчеркнув, цитата, «текст составлен таким образом, чтобы подкрепить официальное заявление британских властей». Конец цитаты.